Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Ванна, если бы просто отключили горячую, холодную воду бы там на какой-то срок, ну и горячую, и холодную одновременно, ну извините меня. Вот это вот что? Если семья у тебя большая, это кипятить сколько воды нужно? Это если не на воде разоришься, то он только на газе разоришься. Я одна желудок. Мне немного надо. А как узнали вообще про то, что здесь будет стоять машина с водой? Так соседи говорят друг другу, что вода будет, и вот. А вы вообще как-то про эту процедуру знаете, что сейчас в городе происходит, почему нет питьевой воды? Ну, чистят что-то там, я даже не знаю, что, канализацию, наверное, чистят, так поэтому. С одной стороны, чистить, конечно, нужно всю эту воду, нашу систему, что у нас вот на береговой бежит. Ну, коричневая просто вода невозможно. Ну, а с другой стороны, на 3 дня, мне кажется, это как-то многовато. У меня больные родители раком, ну как вот им без воды-то находиться, я вообще, конечно, не знаю. Очень тяжело получится. График видели? Ну, график это ладно, вот у нас ВКонтакте, вот в соцсетях, мы увидели. Ну, а у пожилых родителей-то, ну вот я не знаю. Вот если они не знают, то они и будут пользоваться. А где вы график видел? Я вот график не видел нигде. А как тогда узнали, что в 4 часа? Вот и шел, машина стояла, я и пришел сюда. В соцсетях вроде график выкладывали. Не знаю, я не понимаю в этих соцсетях или где, что. Я вот понимаю, бумажка висит, вот значит все есть. Тогда скажите такой вопрос. Вот готовы ли горожане потерпеть и уже вот терпят такую процедуру для города? Извините, это не первый год такая петрушка, не первый год. В году бывает 2-3 раза такая. И что вы говорите? О чем вы говорите? Уже надоело это все.